Всем привет, меня зовут Арсений, я катаюсь за команду KickMeet, и сейчас я сделаю обзор на своего коня. Вот так. Начнем, пожалуй, с колес. Колеса Flavor 110 Awakening. Я решил их взять, дабы попробовать что-нибудь новенькое, и оказалось довольно-таки неплохо. Мягкие, удобные, красивые. Единственный минус их в том, то что прокатался я на них чуть больше месяца, может быть, два. Вот, и на них появились вот такие вот небольшие сколы. Это как бы не очень приятно. Ну, в общем, для своей цены колеса очень даже неплохие. Считаются бюджетными колесами. Поэтому я считаю то, что если у вас не так много денег, то эти колеса для вас созданы. Дальше идет вилочка Tilt. Легендарная Tilt Legacy. Отличная вилка. Не сравнивается ни с какой другой вилкой. Стоит у меня уже на протяжении нескольких лет, ничем не жалуюсь, правда, одну я сломал, наверное, 4 года назад, примерно, что-то того. Вот. И это уже стоит около 2-3 лет. Очень хорошая, прочная, кайфовая вилочка. Хомут. Хомут это SCS Tilt LT. Спасибо Максиму Графскому, то, что спас меня. Потому что предыдущий хомут уже плохо держал, болты сорвались. Все было с ним довольно-таки плачевно. Спасибо Максиму еще раз, подогнал, проспонсировал, так сказать. Отличный хомут, дизайн супер, выполняет свои функции на 100%. Супер, отлично, кайф. Рулевая, если честно, не знаю, какая стоит, но мне не особо нравится, она хрустит, что-то там дребезжит, сами знаете, плохая. Пыльника, два пыльника стоят, по-моему, нижний Tilt, верхний Etic. И еще стоит синенькое проставочное кольцо. Я его пытался отшкурить, сделать так, чтобы оно было матовым, хромовым, какого-нибудь другого цвета, но не получилось. Краска довольно-таки прочная, качественная, поэтому кольцу респект. Вот. Дальше идет самая главная часть моего самоката, самая любимая, самая красивая, изумительная. Это доска Aztec. Подогнал магазин KickMeet. Огромное ему спасибо. Вот. Плюсы этой деки в том, то, что она очень широкая, удобная, огромная. Элементарно выполнять на ней такие трюки, как 50-50, 5-0, круки, да. Дейборд слайды тоже отлично держит. Ширина, длина, вес, все оптимально, все отлично. Мне идеально подходит. Катался до этого на деке Etic, тоже неплохая досочка, но по сравнению с этим не то. Единственный минус этой деки в том, то, что довольно-таки мало места для носблантов. То есть для того, чтобы встать в квотер на носблант, вам придется изрядно постараться. Начнем с грипс. Вот как бы сначала начинали оттуда, потом начнем с грипс. Ну, так решили. Вот, грипс и тилт. Отличные грипсы, правда, мне подогнали не тот цвет, который я хотел, заказывал, конечно, светящийся. Думал, ночью буду ездить на самокате, они светиться будут, а привезли черный, к сожалению, вот, расстроился немного. Ну, в общем, грипсы довольно-таки удобные, если их еще в кастрюле поварить, вот, они вообще супер будут, мягенькие, красивые. То есть поначалу, когда ставишь, они довольно-таки твердые, но вот в кастрюльке нормально будет. Барендами я не пользуюсь, так как за первый день-два отлетают, как пробки какие-то непонятные. Вот. На руле у меня имеются интересные наклеечки. В виде жирафа. Тут хрюшки из Angry Birds. Хорошие, красивые. Вот. Сам руль Proto. Retro V2. Самый лучший руль, на котором я когда-либо катался. Размеры просто идеальные. Просто изумительные размеры. Вес, прочность. Я не знаю, как Максим умудрялся их 3 штуки сломать. У меня ни одной претензии к этому рулю нет. Не гнется, не ломается, не трескается. Просто супер. Мне свой самокат очень нравится. Любимый мой самокат. Детали просто супер, сочетание идеальное. Вот, и в завершение хочу сказать большое спасибо моему спонсору за то, что подогревает меня свеженькими детальками. Огромное ему спасибо. Вот так вот. Можно еще все-таки, я думаю, дроп-тестик.
Но тут ничего не слышно, к сожалению, тут трава. Поэтому вот так. Теперь давайте прощаться. С вами был Зирюкин Арсений, райдер команды Kickmeet. Всем удачи, всем пока. Катайтесь, не падайте. Ноги не подворачивайте, главное. Всем удачи.